Ну что, мы закончили с вами очень важный этап нашей работы. Это обклейка внешними отделочными рейками. Что мы здесь можем сказать? Вот я один борт уже обклеил. Это мне правый борт нашего корпуса корабля. Что хотелось бы отметить? Ну, в общем-то, повозиться пришлось здорово. Здесь повстретились все виды работы с рейками. Это и вставка клинышков. Здесь и обрезка рейк по ширине. И обрезка рейки почти по ватерлинии. Это мы подрезали край рейки под определенным углом. Я потом сейчас вам покажу на другом стороне. То есть эта сторона, правый борт у нас, вот я его немножко подвину еще. Вот он у меня. Все у нас получилось достаточно ровно. Я все двигаю вот достаточно хорошо, ровненько, чистенько. Что бы хотелось отметить? Вот я отмечу вот это место. Значит, основные трудности были вот в этом месте. Это вот где переламывается скула с одной плоскости, вот с этой плоскости на эту плоскость. Она очень крутая, и поэтому потребовалось очень внимательно относиться к рейкам. Так как мы уже с вами здесь, при этой обклейке, права на ошибку уже не имеем. Почему? Потому что здесь уже не исправить нельзя. Какой-то вставкой, каким-то клинышком, каким-то иным способом. Вот как вы сделали, вы вышкурите, и у вас так останется под лак, под покрытие лака. Я сейчас переверну корпус и покажу. Я специально оставил часть корпуса левого борта немножко не заклеил. Вот он. Видно, как идут у меня, как укладываются у меня рейки здесь. Вот. Значит, видите, здесь два клинышка надо вставлять. Вот они, наверное, здесь хорошо в кадре видны. Они такие беленькие, а сам обклеенная часть черненькая. Видно, что практически, вот у меня здесь есть одна вставочка клинышек, здесь прямая часть, здесь тоже прямые рейки. Вот клинышек вставлен, здесь рейки подрезаются. И практически рейки уже к форштевню уже не будут не соприкасаться с ним, то есть с обводами корпуса. Здесь они будут упираться. Сейчас я подвину поближе. Вот так. Здесь они упираться будут уже в рейку, которая находится в районе ватерлинии. Ничего страшного, мы рейку тоже подрезаем по ширине, вот здесь видно, рейки подрезаны по ширине. И сюда еще нужно будет концы рейк, которые вы будете в дальнейшем сюда класть, они должны будут подрезаться тоже под определенным углом, чтобы соблюсти точное совпадение предыдущей рейки, но с последующей рейкой. То есть очень придется повозиться, но это очень интересно, и я думаю, что это будет у вас очень красиво получится. Ничего сложного нет. Еще раз хочу обратить ваше внимание вот на эту скулу. Она будет у вас большой перелом, она очень крутая здесь скула, поэтому здесь вот будьте особенно внимательны при подгоне рейк. Что бы еще я хотел отметить? Вот я опять вернулся к законченному нашему борту. Вот он, законченный борт. Что бы я еще хотел бы отметить? Что когда вы обшиваете уже отделочными рейками, очень внимательно нужно относиться к работе с клеем. Вы всегда должны держать кисточку мягкой, чистой, сухой. То есть вы всегда после каждой проклейки рейки вы должны ее помыть, протереть тряпочкой, чтобы она была мягкая и сухая. Клей вы наносите равномерно, без каких-либо, сказать, бугров, наплывов. Вы должны очень четко провести, уложить клей на рейку таким образом, чтобы, во-первых, она была достаточно покрытая, с одной стороны достаточно покрыта клеем, а с другой стороны при поджиме рейки предыдущей и к корпусу у вас не должен клей вылезать из щелочек, которые у вас образуются между вашими рейками отделочными. То есть
каждая капелька клея, которая вылезла, ее будет очень сложно потом зашкуривать. И потом, когда если вы зашкурите недостаточно качественно, у вас могут белые пятна вылезти из-под лака. Но это будет очень некрасиво на корпусе выглядеть. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к нанесению рейки, клея на рейки и поджиму самой рейки. Ну, вот я хотел показать еще раз, просто на примере, ну, просто руками попробую вам показать. Здесь рейки укладываются, ну, практически по всей длине. И без всяких гвоздиков. Тут некуда вбивать гвоздики, потому что вы только испортите обшивку. То есть работаем только руками, поджимая и разглаживая пальцами. К предыдущей рейке ее поджимать, разглаживать и, соответственно, держать... Ну, несколькими пальцами одну рейку. Почему? Потому что вот на укладку каждой рейки у меня уходит, ну, наверное, минут 20. Это и очень внимательно несколько раз проверить ее геометрию, несколько раз посмотреть, как она легла по всему корпусу, подрезать соответствующим образом все ее части, сказать, середину, если нужно, концы рейки, прижав ее, разглаживая, тоже минут 5-10 уходит на разглаживание рейки, поджим ее и удержание для того, чтобы она немножко прихватилась. Удерживать надо, ну, минут, я считаю, минут 5, для того, чтобы рейка уже немножко схватилась с корпусом. И в дальнейшем она уже не будет у вас двигаться. Поэтому, но даже после 5 минут, все равно, еще, пожалуйста, 5 минут вот так вот, пальцем аккуратненько прижимать ее, разглаживать, чтобы она у вас очень ровненько легла. Еще раз повторяю, от того, как вы аккуратно обклеите корпус, у вас будет зависеть вся красота вашего корабля. Ну вот, пожалуй, я закончу с обшивкой рейк. Да, вот еще я хотел бы вам показать. После того, как вы обшили корпус, вот у меня сзади немножко клинышек получился. Сейчас я покажу. Сзади клинышек я должен сказать, здесь вот они ровненькие рейки, это вот недоделанный борт, который у меня еще не до конца обклеил. Вот здесь вот я уже обклеил, здесь обклеил, здесь обклеил, вот здесь часть у меня еще не обклеена. И вот этот клин, большой клин, который нужно будет не одной рейкой, а несколько, наверное, 3-4 рейки, тоже с обрезанием 3-4 клинышка вставить, чтобы аккуратно заполнить весь этот вот клин, который у меня есть. Потом, после того, как вы обрежете все, вы сравняете вот все эти плоскости, которые здесь у вас есть, и приклеите вот эти реечки кормы, которые у вас нужно будет тоже ее обклеить. Потом мы будем вставлять с вами брус киля и элемент, сейчас покажу. Элемент форштевня, который у вас как деталь есть на фанере вырезана, мы ее сюда будем вклеивать, тоже зачистив, предварительно зачистив вот эту поверхность, которая у вас есть. Все, пожалуй, на этом этапе все. Ну вот, дорогие друзья, мы закончили с вами вышкуривание бортов. Здесь я уже, наверное, процентов на 90 все вышкурил. Ну почему на 90? Потому что наверняка еще какие-то я выявлю, какие-то пятнышки клея, хотя я постарался всех их убрать. Я вклеил вот эти два бруса сюда. Брусья и уже начал вырезать пушечные порты. Ну, на чем бы я сейчас хотел остановиться? Как приклеивать эти брусья? Это очень, ну, так, трудоемкая и сложная работа, потому что нужно очень внимательно все расстояния соблюсти, которые у вас указаны на чертеже. Вот эти расстояния от борта и между ними. Вот эти расстояния нужно очень внимательно соблюсти. Значит, я клеил сначала центральную часть, вот эту часть брусьев, точно их выставив по размеру. Затем я выклеивал носовую и кормовую часть. То есть я из трех раз выклеивал каждый брус. Это же можно отнести и к рейкам, которые вы ранее обклеивали.
ваш корпус. То есть не надо, если у вас не получается, не надо стараться сразу всю рейку покрыть клеем и сразу всю ее прижать. Вполне достаточно и хорошо у вас получится, если вы можете половину и половину намазать клеем и прижать. Или даже одну треть, где особой сложности рейка нужно на три части разделить. Намазал одну треть, приклеил, потом уже остальные части намазать клеем и приклеить, и установить ее как нужно. Брусья я устанавливал с помощью вот гвоздиков, которые у вас есть в комплекте. Гвоздики потом, тут два варианта возникают с гвоздиками. Гвоздики можно оставить, это на любителя. Или же можно вытащить и заделать дырочки, которые остались от гвоздиков. Заделать тоже орехом из обрезков рейк, которые у вас есть. Я предпочитаю оставлять гвоздики. И потом они будут каким-то маленьким украшением. Потому что наверняка на настоящем корабле какие-то элементы крепления все равно присутствуют. Поэтому можно, тем более здесь, так сказать, модель у нас не конкретного корабля, а такой сборная модель. То есть она такая синтетическая из многих шхун, поэтому вполне возможно оставить эти гвоздики. Но это тоже на любителя. Значит, наверняка перед тем, как устанавливать эти брусья, я насверлил, вот через 50 миллиметров насверлил отверстие в этих брусьях. Почему? Потому что очень легко закреплять гвоздики перед началом склеивания. Я их туда вставил, потом точно прицелился и установил по размеру, а потом их добил уже в корпус. Поэтому обязательно. И потом вот эти брусья, они не лопнут у вас при прибивании гвоздика уже во время склеивания. Что можно еще отметить? То, что когда я вышкуривал, я пользовался, честно говоря, перчатками, которые помогают вам избавиться от дополнительных пятен, от жира от пальцев или от влаги, которая всегда, и жир, и влага всегда присутствует на пальцах. Я пользуюсь обыкновенными ХБ-перчатками. Ну, не надо покупать строительные перчатки, а нужно тоненькие хлопчатобумажные, не трикотажные именно, а хлопчатобумажные перчатки, которые позволят вам избавиться от того, что я вам сказал, пятен от рук. Что еще мы сделали? Значит, приклеили мы, начали вырезать пушечные порты по размерам. Значит, мы установили с вами брусья, вот они, два бруса. Что можно еще сказать? Что вот наверняка при прибивании верхнего бруса вы наверняка пробьете борт, и у вас гвоздик будет торчать. Поэтому здесь есть какой способ? Когда вы уже у вас все подсохло, весь клей, вы можете оттуда, с внутренней части борта, немножко его надавить, он опять вылезет сюда, снять его и заделывать отверстие. Или же, так сказать, обрезав гвоздик, ну, до 2-3 мм, обратно его в это же отверстие вставить, ничего, будет как будто он только что прибит. Зато у нас будет он короче и не будет вылезать за плоскость, внутреннюю плоскость борта. Теперь я покажу вам носовую часть нашего корабля. Вот носовая часть корабля, вот сюда соответствующим образом. По соответствующим углом сходятся эти брусья, которые я наклеил. Сейчас немножко поправлю. Сюда входят брусья. Вот они. Значит, здесь я вклеил форштевень уже. И нужно отметить следующим образом, что после того, как вы вклеили форштевень, когда он у нас высох, нужно сделать следующее. Нужно его тоже обклеить реечкой. Вот маленькими кусочками, которого с обрезки остались, или новую реечку можно. Вот так вот ее нужно в стык, параллельно направлению вашего киля, вот сюда, вот так друг за дружкой аккуратненько маленькими кусочками вставлять. Вот сюда приклеивать. Вот так у вас пойдет вот эти реечки. При этом кончики реечки, вот он кончик реечки, нужно придать форму изгиба вот этой плоскости. Вот этой плоскости. Вот так вот мы аккуратненько их управляем. И у вас получится ровненькая линия. И все будет у вас очень красиво, на мой взгляд.
Вот так вот, еще раз повторяю, вот так вот реечки аккуратненько, аккуратненько приклеивают по всему нашему форштевню. Вот так. То с той и с другой стороны. Затем мы будем вклеивать с вами, сейчас я покажу. Вот мы будем сюда вклеивать наш киль. Вот, будем сюда вклеивать наш киль и приклеивать его как к самому корпусу, так и к вот тому форштевню, который мы, той детали, которую мы уже наклеили. Здесь тоже есть два пути. Можно, как сказано в инструкции, приклеить брус, который у вас есть. Это 4 на 4, вот сюда в стык. Или же второй способ есть, это вырезать из фанеры, которой у вас остались обрезки, отрезок, ну, 5 мм шириной и высотой он у вас будет, вот эта высота его будет, и сюда наклеить, обшить реечками, которыми вы обшивали корпус. Я пойду вторым путем, я сюда наклею фанерку тоненькую, такой, она будет там, по-моему, 4 мм высотой, и шириной 5 мм, как она у вас была, вот этой шириной. И обклею этими же рейками, которые у вас обклеен корпус. Значит, я покажу сейчас корпус с кормы. Вот у нас корпус с кормы. Здесь я заделал, видите, вот у нас эти брусья наши. Вот они. Вот плоскость, которая корпуса. Вот осталась у меня одна кормовая часть. Вот это я уже оклеил. Осталась одна вот эта вот плоскость, которую я тоже буду обклеивать. Видите, здесь вот лекальные прямые получились, кривые у меня получились, то есть с другой стороны, когда я дополнительную рейку первоначально вклеил. Поэтому мне будет легко обклеивать. Значит, что еще можно отметить? Ну, в общем-то, я вам все рассказал. Когда закончу полностью, я вам еще раз все покажу. Поэтому на этом я заканчиваю вот этот этап. И перейдем к следующему. Ну вот, дорогие друзья, я вклеил фанерку, фанерный киль. Вот он у меня идет, тут вот видите, чистый кусочек. Я его точно по уровню вывел с деталью форштевня и вот начал обшивать его. Вот я две рейки уже обшивочные наклеил здесь, вот они, две рейки. И две реечки вставил уже, вот как я вам говорил, коротенькие рейки и параллельно линии киля. Вот я и попытался как можно точнее приблизить их к этим вот линии сопряжение корпуса и киля, детали киля. Вот такая линия ровненькая получается. Вот я реечки сюда поджимаю сюда и поджимаю сюда. И стараясь ровненько соблюсти эту линию, я буду обшивать киль. И потом форштевень. Ну, что получится, я вам потом покажу. Ну что, пока подсыхает у нас клей на четверной детали корпуса, для разнообразия, для отдыха от корпуса займемся круглыми в сечении заготовками. У нас три диаметра заготовок: 8, 6 и 4 мм. Две заготовки для мачты у нас есть по 8 мм, самые большие, и остальные для других деталей. Чертежи всех круглых заготовок и деталей есть на чертежах, прилагаемых к модели, к комплекту моделей. Это лист номер 2. Ну что, начнем с того, вот у меня отрезаем все заготовки по длине. Все размеры можно снять с этого второго листа чертежей. Там они в масштабе 1:1 исполнены. Вот у меня уже нарезанная часть заготовок. Вот они, заготовочки. Даже я сделал несколько деталей. Вот одна деталь, это мачта длинная у меня такая. Вот еще деталь.
Я постепенно расскажу все. 3-4 детали есть. Пока еще только заготовки деталей. Вот просто кругляши такие. Вот. Сейчас я по них буду рассказывать. Значит, самое главное, ну, что дает особую красоту всем круглым сечениям, деталям, это спуск диаметра от большего к меньшему. То есть, если у нас есть одного диаметра деталь, я на маленьком покажу вам, одинаковое сечение их, что в начале, что в конце. Нам нужно сделать таким образом, чтобы в основании детали был диаметр, который у нас есть, который у нас дан в заготовке, и спустить на диаметр, указанный на чертеже. Вот я померил все чертежи наши, заготовки. Это у нас где-то порядка 2 мм нужно спускать диаметр заготовок наших, вне зависимости от 8, 6 или 4 это сама заготовка. То есть очень ответственная, очень такая аккуратная и красивая работа. Значит, что прежде всего нужно сказать? Ну, вообще спускают на шкурки. Вот он передо мной лежит кусочек шкурки. Что можно о шкурке сказать? Ну, нужно несколько сортов, не сортов, а номеров шкурки иметь у себя в хозяйстве, для того, чтобы можно было любую деталь обточить и очень тонкой, нежной, мягкой шкурочкой, чуть погрубее или грубой шкуркой. Я специально не говорю о номере шкурки, который у меня стоит. Вы сами подберете шкурку, какой вам нужен диаметр. Главное, чтобы шкурка, ну, во-первых, не очень была свирепая такая, грубая, и не очень мягкая шкурка, которую вы только можете шлифовать. Это должна быть средних размеров шкурка, средних номеров, для того, чтобы можно было первоначально обтачивать детали. Потом уже мелкой шкуркой, самой мягкой, самой нежненькой шкуркой доводить уже до такого состояния окончательного. Значит, про шкурку что еще можно сказать? Во-первых, она должна быть прямая. То есть она не должна таким сыром загибаться по сторонам, не должна коробленной быть. У меня вот такая ровненькая, аккуратная шкурка, она немножко уже загрязнилась, я на ней работал. Вот она такая ровная шкурка, края у нее, вот видно, края ровненькие у нее, а сама она не выгибается. И главное, что еще, это очень ровное основание. Основание должно быть даже не доска какая-то, а вот какой-нибудь пластик какой-то можно взять. Или вот у меня прямо на столе лежит шкурка, я на столе прям делаю. То есть основание должно быть идеально ровное. Что еще можно о шкурке сказать? Ну, зернистость мы так обсудили. Лучше покупать все-таки шкурку, мне кажется, на мой взгляд, в листах, нежели на строительном рынке от рулона отрывать. Почему? Потому что рулон всегда, во-первых, она шкурка... Очень есть много неоднородностей, даже при одном и том же номере. Может попасться какие-то вкрапления очень грубых песчинок, и шкурку можно использовать, этой шкуркой можно испортить деталь. И во-вторых, когда вы отрезаете от рулона, всегда будет какое-то корабление шкурки. Если у вас шкурка какая-то такая не очень ровная, ее можно немножко подержать над паром и зажать между книгами, или еще что-то, какие-то придумать способ ее расправить. Значит, ровная поверхность, ровная шкурка и достаточной длины, чтобы можно было, допустим, вот у меня эта шкурка, я не буду ее показывать, чтобы она в кадр не влезет, она где-то миллиметров 300, для того, чтобы можно было целиком обрабатывать мачту. Это самая большая деталь у нас. Значит, я постараюсь показать вам, как вообще пользуется шкуркой в данном случае и как сделать круглую деталь. Вот я беру маленькую заготовочку, которая у меня есть, я буду потом обрабатывать ее. Я сделал специально такой, нанес карандашиком риску на нее. Вот она такая черненькая, видна она, рисочка. Вот она, рисочка черненькая. Для того, чтобы показать вам движение. Значит, самое главное, может быть, есть другие способы, но мне нравится это, я уже привык к нему и делаю, но очень точно любой размер. Значит, шкурить нужно возвратно-поступательными движениями. Вот я в правую руку, свою заготовочку. И возвратно-поступательными движениями, и одновременно подкручивая ее,
Как это соотнести одно с другим? Это чисто вам нужно будет по опыту приобретете. Почему? Потому что нужно и возвратно-поступательное движение, и одновременно прокручивая, чтобы у вас заготовка не на одном месте обрабатывалась, а ровно по всей своей окружности. Вот я, вот видите, вот уже начал стираться моя рисочка. Вот подкручивая и одной рукой я беру и подкручиваю, и возвратно-поступательное движение совершаю. Вот таким способом можно. Можно еще каким-то, вот таким, знаете, как вид вворачивают. Вот так вот. То есть вот так вот. Не только возвратно-поступательное движение, а еще подкручивая сильно для того, чтобы как бы по плоскости снимать. Снять вот эти, которые неровности, которые могут возникнуть из-за неравномерного подкручивания самой заготовки. То есть первое, это вот такое движение. Вот, прокручиваем и возвратно-поступательное. Подкручиваем и возвратно-поступательное движение. И второе, значит, когда у вас уже вы захотите, вот можно как бы по винту еще по плоскости продвигая ее. Вот таким способом можно обрабатывать. Ну, со шкуркой, вот такой способ шкурения я уже добиваюсь, я считаю, что хороших результатов уже не одна круглая заготовка обработана, поэтому очень хорошо. Но к этому надо привыкнуть. К этому надо, так сказать, чтобы рука, набить руку немножко. Если у вас сначала не будет получаться, ничего страшного. Первоначально попробуйте на каком-нибудь обрезке, который у вас останется от разметки всех деталей. И попробуйте, и вам все станет ясно. Вот я откладываю в стороночку. Значит, если у вас заготовка длинная, вот, допустим, мачту вы будете обрабатывать, вы с краешку держите заготовку и вот эти движения выполняете. Ну а левой рукой, я правша, у меня правая рабочая рука, левой рукой вы немножко прижимаете где-то в середине заготовки, чтобы она у вас не плясала заготовка по всей плоскости шкурки. Но это тоже, наверное, понятно, и вам наверняка это все удастся сделать. Так, дальше что мы будем делать? Значит, как вообще, чтобы точно сделать? Опять же, это так делаю я, но это не значит, что это истина в последней инстанции. Может быть, есть другие способы существуют. Я остановился на этом способе. Я беру заготовку, беру заготовочку. Сначала обрабатываю на 1/3, беру вот так, заготовку любого размера по длине. Я беру 1/3, вот у меня так вот заготовка, 1/3, вот такая маленькая палочка, это просто как образец. Вот 1/3, и спускаю вот на 1/3 по длине, спускаю где-то до половины требуемого мне диаметра. То есть, если я хочу из шестерки сделать 4, то есть миллиметр на сторону, я делаю до пятерки, довожу шестерки до пятерки на 1/3. Вот такими возвратно-поступательными движениями, как я ему выше объяснил. И потом вот так подкручивая таким винтом, тоже вот на 1/3. Затем 2/3 по длине я обрабатываю до 3/4 первоначального диаметра. Или наполовину оставшегося. Тоже, наверное, вы подумайте, и вам понятно станет, что я сейчас сказал. Еще раз повторяю. 2/3 я обрабатываю. Сначала я обработал наполовину того, чего мне нужно. Затем я 3/4 первоначального диаметра или половину оставшегося диаметра. Вот такая. А уже последнюю треть я обрабатываю до конца и вывожу нужный мне размер и в самой тоненькой части, и в широкой части. Да, всегда любая заготовка, будь то мачта, есть особые, рей, там мы сейчас не берем это дело. А вот мачта нужно немножко оставить, тело, не надо до конца спускать на нет. Оставьте, пожалуйста, где-то по длине, допустим, там 200-300, если у вас миллиметров длина, миллиметров 40-50 оставьте с толстого конца, чтобы не надо сразу с палубы, допустим, мачту спускать. Я считаю, что будет более красиво, если вы мачту где-то миллиметров 50 оставите при ее длине там 300-400 миллиметров. Простите. Значит, все мы сделали, вывели мы по требуемым размерам, шлифуем очень тонкой аккуратной шкурочкой до
идеального состояния. Значит, дальше что мы делаем? Я убираю шкурку. Сейчас я ее уберу отсюда. Дальше что мы делаем? Мы берем нашу уже готовую, спущенную до требуемого диаметра заготовку и размечаем ее. Вот я беру ножичек. Размечаем эту заготовку таким образом, там, где у нас будут привязываться наши ниточки. Они могут для блоков, ну это все с чертежа берется, для блоков, для стоячего такелажа, для бегущего такелажа. Все это размечается, вот так берется заготовочка. Вот. И острым ножиком вот так вот, сначала мы карандашком наметили где, а потом вот внимательно, чтобы они совпали у вас, вот у меня совпало. Вот такая рисочка получается. Тоненьким лезвием, тонким ножичком я вот так вот делаю насечку такую. Такая маленькая канавка получается. Вот она мне, я не знаю, видно или нет. Вот такая канавка получилась. Сюда мы будем укладывать тогда, когда будем обвязывать эту детальку, когда она будет готова обвязывать. Или же с бегучим, или стоячим такелажем. У нас будет уже, она не будет не сползать у вас. Будет точно на месте, который требуется стоять. Очень удобно с ней работать, когда такая канавка есть. Она туда, ниточка ложится, и все четко и ясно, куда она идет. Вот такая хитрость есть. Так, значит, вот такая канавку сделали тоже. Теперь перейдем к окончательной обработке. Ну что, у нас вышкуренная деталь. Вот у меня деталька готовая. Вот деталька готовая. Вот тут видно канавочки у меня нанесены, разметочные, где я потом буду привязывать веревочки, которые будут имитировать наши канаты, которые на настоящем корабле. Вот готовая уже, отшкуренная, чистенькая. Что с ней можно сделать? Значит, тут есть два пути. Значит, можно оставить ее таким и покрыть лаком, она вот будет такая беленькая. Но это обычно делается, когда у вас не из липы, как у нас, белая такая деталька, а делается, когда у вас детали, заготовки из ореха или еще какого-то экзотического дерева, когда только остается не придавать нужный цвет детали, а именно просто подчеркнуть то, что есть. Обычно орех вот очень красивый, красное дерево. В данном случае на липу лучше все-таки покрыть морилочкой. Ну, морилки бывают водные морилки, спиртовые, и масляный. Я считаю, что ну вот, для начала нужно работать все-таки с водными и спиртовыми морилками. Это проще немножко. Для того, чтобы красиво, без наплывов, подтеков покрыть деталь морилочкой, сначала деталь протирают тряпочкой, просто не мокрой, а влажной тряпочкой. Вот прям быстро так раз. И не теряя времени, пока у вас чуть-чуть она влажненькая деталь, покрываем, тоже берем тряпочку, морилку на тряпочку мочим. И такими быстрыми движениями, вот я сейчас так показываю, быстрыми движениями протираем тряпочкой с морилкой вот детальку. Один раз высохло, чуть подсохло, вы видите, что вам не понравилось. Может быть, вам хочется потемнее. Еще можно раз покрыть. А потом уже покрывайте деталь лаком. Когда она у вас полностью собрана, полностью готова, покрывать лаком. Вот такой способ есть. Ну, что еще сказать? Что особенно аккуратно, если вы решили делать с морилкой масляной, то не надо мазать масляной морилкой места, где вы будете склеивать, потому что клей вас не прихватит. Ну, на фотографии вот с коробки, когда у вас укомплектован ваш корабль, упаковочная коробка, там такие красивые фотографии, которых можно взять, как его раскрасить и как вот в каких цветах этот передается, этот корабль этот. Я все-таки считаю, что вот там пока ряд деталей, мачты верхние и сказать, бушприт, покрыты таким часть деталей черного цвета. Это прекрасно, очень гармонировать будет с орехом черный цвет, но я все-таки вот люблю, чтобы, может быть, немножко в нарушение картинки, я сделаю только морилкой и все детали. Единственная деталь, которая у нас, это как кому как нравится. Я только покрашу изельгофты. Вот, сейчас я покажу. Вот такая штуковинка. Вот она лежит у меня. Вот она.
Вот это буду покрывать только черным цветом. Сделаю. Это на кончиках мачты, если вы посмотрите, чертеж. И инструкцию, пошаговую инструкцию. Я только ошкурю ее хорошенько и покрашу в черный цвет. Остальные я буду детальки покрывать морилочкой. И потом после морилки лак. Ну, что очень еще отметить хочется. Что очень важно собрать мачты и бушприц, ну, все детали собрать, которые имеют круглое сечение, соосно. Ну, вот у нас мачты, допустим, из двух деталей состоят через зельфорсы. И бушприт у нас тоже из двух деталей стоит. Как же это все-таки добиться этого? Это очень такая работа очень ответственная, поэтому, чтобы у вас были ровненько мачты все расположены, чтобы не в кривь и в кость. Поэтому вот нужно 10 раз отмерить, потом уже приклеивать. Надо, ну давайте вот я вам расскажу, как вот зельфорсы устанавливаются. Они у нас, я вот беру готовую мачту свою одну, вот если стоит у меня эта деталька, вот готовая мачта, уже спущенная по диаметрам, вот я ее рядышком положу, вот видно. Для того, чтобы ее вставить, вот я буду показывать, для того, чтобы ее вставить в палубу корабля, в отверстие, которое у нас там есть, там тоже есть паз такой, если вы вспомните, я уже говорил об этом пазе, обращал ваше внимание на этот паз. Этот паз он немножко меньше, чем диаметр мачты и диаметр отверстия, которое у нас есть в палубе. Поэтому для этого, чтобы вставить в паз, нужно сделать две маленькие лыски. Вот одна лыска, вот вторая лыска. Вот они видны, наверное, в кадре они видны нормально, думаю. Вот это расстояние, то есть вот эта высота этой лыски, это глубина от донышка паза самого до верхнего среза палубы. Вот верхний срез палубы у меня здесь. И вот мы спускаем две лыски, делаем, и устанавливаем мачту четко. У нас мачта, вот эта вот линия, это наружный край палубы, то есть плоскость палубы, вот она. Это вот у нас наш паз. Мы ее вертикально устанавливаем в паз, я пока без корпуса. Вот так устанавливаем. У нас паз, две лыски, они у нас перпендикулярно становятся, ну, во всяком случае у меня, перпендикулярно продольной оси нашего корабля. Вот, если видно, сейчас я немножко освещение по-другому. Вот, видно, вот, наверное, стоит у меня так. Вот, если вот принять вот эту рейку за продольную ось корабля, вот паз стоит вот таким образом. Вот, значит, устанавливаем мачту и, наконец, ее надеваем наш эзельгофт. Вот он у меня стоит, сейчас я, вот он, я его сюда вот поставлю, вот первый эзельгофт. Как же его центровать? Значит, его можно сразу разметить перпендикулярно плоскости лысок. Потому что лыски у нас вот так в кадре сложно объяснять. Значит, ну вы поймете, когда установите его. Или же второй способ, который самый верный, я считаю, и самый правильный, это вы берете, вставляете мачту на место, на свое место, в отверстие, а зельгофт крутите таким образом, чтобы его, вот эта плоскость, вот она, вот ребро, эта плоскость, как бы линия, совпадала с линиями вашей палубы. У нас вся такая полосатенькая у нас палуба, имитация досок покрытия палубы. Вот это я считаю, что вы сверху ставите модель на пол, вставляете мачту, центруете ее, чтобы она у вас ни туда, ни сюда не ходила. И вот этот зельгофт устанавливаете таким образом, чтобы он у вас совпал по линиям палубы. Это будет самая идеальная и правильная установка. Ну вот я ее потом, покажу в следующем эпизоде. Значит, я сделал морилочкой, покрою, лаком покрою, покрашу эти детали. Вот морилочкой покрою, покрашу и вам покажу тогда. На что бы я еще обратить внимание. Значит, хотел бы еще что сказать. Вот практически у меня все.
по круглым деталям, которые круглое сечение имеют. Да, вот давайте я вам покажу, что еще можно сделать с мачтами. Я вам тоже ранее обещал показать, как ставятся брюканцы. Вот что такое брюканец? Вот это вот штуковинка. Вот я сейчас сюда ее положу. Это тоже, это образец я сделал специально, чтобы вам показать. Помните, мы с вами говорили, что у нас отверстие в палубе, может, чуть-чуть промахнулись, у вас чуть больше получилось. А у меня, помните, я вам говорил, что у меня одно эллипсовидное отверстие получилось, которое надо закрыть. Так вот, для этого существуют брюканцы. Я уже все это объяснял вам ранее. Вот, наконец, вот я два их положу сюда. Вот, вот так вот. Две детальки. Вот у нас мачта. Это я показал как образец брюканца. Мы берем вот на линии палубы. Вот она, линия палубы у нас. Сюда наматываем, ну, вполне достаточно 5 витков такого, ну, миллиметрового. У вас есть такая нитка. 5 витков ниточки. Это раньше так и делали, ну, совсем раньше. Потом они уже стали металлические, но эту историю мы сейчас вдаваться не будем, в историю кораблестроения. Поэтому вполне на такой шхуне вполне можно допустить, что там действительно уплотняли палубу канатами. Поэтому, если вы намотаете вот сюда, вот так вот, вот, если видно, наверное, вот так. 5 витков вашей нитки, имитирующей канат, то это будет замечательно. Как его сделать? Ну, во-первых, существует, вы можете просто приклеить его, вот так вот, кончики, вот я сейчас показываю, кончики, как приклеить его можно. Ничего страшного, потом можно на нет их срезать, когда они будут приклеить. Но это один способ. А второй, который наиболее приемлемый, который более используется, это узел, который затягивается, и конец веревочки уходит под намотку. Ну, в кадре я не могу вам показать, потому что очень сложно, одни пальцы будут видны. А как это узел работает, я не сумею вам показать. Но при желании вы можете в интернете посмотреть это, в соответствующей литературе. Эти узлы широко спряжены у рыбаков, поэтому никаких проблем здесь нет. Попробуйте его сделать, этот узел, который убирает кончик, и здесь вообще ничего не остается. Практически не видно вот этих двух кончиков. Такой узел есть. Ну вот, вот с брюканцами вот у нас будет... Я считаю, что ровно вы сделали, неровного отверстия сделали, все равно брюканцы нужны. Можно их, конечно, и купить, специально есть брюканцы, продаются такие красивенькие детальки, но если у вас нет возможности купить, можно обойтись вот такими брюканцами из канатов. Это на мачты, на две мачты установлены. Так что хорошо вы сделали или немножко промахнулись, обязательно ставьте брюканцы. Ну вот, пожалуй, все. Я еще потом вернусь и к кораблю, немножко, так сказать, развеемся на другой работе, вот на других деталюшках. Вот я еще детальку, вот разные детальки у меня тут уже готовенькие. И потом у нас осталось уже совсем немного с вами. Я покажу вам то, что я сделал, установил кое-какие детали на корпус корабля и готовые детальки, которые у нас уже будут собраны из заготовок круглого сечения.